Забирайте плакаты, возьмите листовки. Имеют право закрывать каналы. Почему они имеют право не разрешать нам выходить на площади? Почему вы все молчите? Я здесь попробую вам объяснить одну притчу. Был такой греческий философ Диоген, который в свое время ходил по городу с фонарем и говорил, что я ищу человека. Так вот, я вышел на площадь один для того, чтобы вам сообщить. Я ищу нормальных харьковчан, которые были ранее, которые могли отставить свои права, которые уважали звание харьковчанина. Почему вы проходите мимо? Почему вы молчите? Почему вы даже не можете написать от себя жалобу нашему дорогому, не в кавычках, президенту? Геббельсу. Неволя, че нам, братья украинцы, усмехнется доля. Сгинуть наши вореженьки, як роса на солнце. У своей сторонцы, душу телом мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья с Дозацкого рода. Положим за нашу свободу и покажем, что мы братья козацкого рода. Слава Україні! Слава Ісусу Христу! Початися нормальна хвиля людського гніву, людського невдоволення. Сьогодні ми живемо в місті, ми живемо в країні, в якій свобода слова перетворена в бар, в якій телевізійні канали, які ще вчора могли подавати різні позиції, перетворені сьогодні абсолютно на смішку над кожною людиною. Я по ТВ. Это что делают? Это они. Так. Это они делают. Это кто? Это я по ТВ делают. Это все дело Геббельс ТВ. Это бандиты. Геба ТВ. Я не знаю, кто это. Я не знаю, кто. Но вот что делают с людьми. Они брехню распространяют везде, а эта брехня дотирает до милиции. А потом милиция вот так обращается с народом. Мне отобрали квартиру. Элементарно. В Харькове. Просто так. Мошенническая схема. Уже доказано все. Уже все в курсе дела и тянут. Боятся признать свои ошибки. А Гордин сейчас... Девочки, не проходите мимо. Присоединяйтесь. Не, да! Ланні одного одної системи. І політичні переслідування сьогодні відчувають на собі. Як керівники опозиційних партій Юлія Тимошенко, Арсен Аваков, Юрій Луценко, так і ті всі люди, які є рядовими партійцями, свідомими і чесними людьми, закінчується цей порядок, точніше, не закінчується, а продовжується. На підприємцях, на інтелігенції, які сьогодні підтримують опозиційні політичні партії. Неврегульованими. І ми опираємося лише на одну з нашу конституцію. Збереження зеленого закону. По суті, це
прозвітувати перед європейським співтовариством, а насправді він ще більше погіршить ситуацію. Для тих самих чиновників, які прийшли, перебігли з помаранчевого табора Білосині. Сьогодні ми вийшли і сказати: Харків за мирний протест! Харків за мирний протест! Харків за мирний протест! Свободи держави без свободи слова не існує. Свободи держави без свободи не спинити. Свободу не спинити. Свободу не спинити. Тим одиночним протестом, який висловлюють харківські журналісти. Чому одиночний протест? Як на моє розуміння, вони показують цим. Про те, що Харків, насправді, харків'яни зараз не відреагували на закриття 3 із 7 каналів харківських. Не відреагували по-серйозному, так як мали б реагувати громадяни України на отаке зміщення в інформаційному просторі, який був більш-менш збалансований, а на сьогоднішній день рахунок 5-0 на користь провладних каналів. Саме одиночний протест є підкреслення того, що журналіст, професійний журналіст, журналіст, який мав одну з найрейтинговіших передач у Харківській області. Журналіст, який хоче займатися... Ще раз говорю, картошка в Нефтехе нет, я с удовольствием тебя приму. Нога хочет, Андрюша. Нога хочет. Так, у них здесь еще они. Бородавка, они мы на Геббельс, нету. Мы на Геббельса не работаем. Смысла мне, багатьох інших людей, які цікавляться або безпосередньо займаються засобами масової інформації, є журналістами, професійними людьми, мусило вийти і підтримати Андрія Войцеховського в цьому протесті. І нехай цей протест одиночний, але він не один. Погано, що громада не підтримує зараз цього протесту. Ну і зрештою, декілька слів, які, можливо, оптимізують зараз ситуацію в вашому розумінні, а, можливо, ще більше її погіршать, але це та ситуація, яка є на сьогоднішній день. Отже, 7 харківських каналів, які діяли на території Харкова і зареєстровані тут, на сьогоднішній день залишилося 5. 3 опозиційних канали було просто позбавлені можливості існування. Один із них відновився під абсолютно іншим брендом, з абсолютно іншим контентом, з абсолютно іншим змістом, який він подавав. Протилежним тому, якому були зацікавлені власники. Тобто не демократичний зміст, а зміст, якому цілком зацікавлені влада. Влада зараз без сумніву може сказати, що після того, як у Харкові не стало 3 опозиційних каналів, життя людей покращилось. Тоді, коли вони дивляться канали, виявляється, що все прекрасно. Раніше вони мали можливість бачити в тому числі негативні сторони нашого життя. Вони мали можливість бачити альтернативну позицію. Сьогодні альтернативної позиції в харківському телевізорі практично немає. Але директори каналів, журналісти не припинили боротьбу за можливість займатися своєю професією, за можливість і свій обов'язок професійний донести до громади об'єктивну і повну інформацію про те, що відбувається. Хай там ми подискутуємо стосовно об'єктивно, але будемо говорити про повну інформацію. На сьогоднішній день відбувається і переписка, і різні інші форми тиску на харківських чиновників, чиновників від засобів масової інформації. Зокрема, на сьогоднішній день повна відповідальність на те, що канал АТВК не має можливість відновити своє мовлення, лежить на директорові Харківського обласного радіотелевізійного центру, це наша вежа на Олексіївці, Дергильові. Саме він не знаходить вже майже протягом півроку можливостей прокласти кабель з першого поверху на другий, який би дозволяв каналу АТВК зараз здійснювати мовлення в Харкові. Кілька судів, які відбулися з каналом АТН, виграні. Але, знову ж, на даний момент структура, яка має займатися, в лапках має займатися формуванням інформаційного простору, ця структура називається санепідемстанція, не дає дозволу на те, щоб розташувати антенну там, де ця антенна була розташована протягом 15 років. При тому,
При всій цій картині влада говорить про те, що канали нібито за якимись там іншими причинами, а не причинами зацікавлення цієї влади, не мають можливості зараз здійснювати мовлення. Влада у вигляді харківського міського голови і голови Харківської обласної адміністрації уникає від свого безпосереднього обов'язку, який на них покладений 112 статтею Конституції, яка говорить про те, що представник і керівник місцевої райдержадміністрації, обласної державної адміністрації, яким є Добкін, стежить за дотриманням прав і свобод громадян на своїй території. На сьогоднішній день одна з основних конституційних свобод – право на отримання повної інформації порушена. Голова обласної адміністрації, міський голова ніяким чином не реагують на цю ситуацію. Але боротьба не закінчується. Я сподіваюся про те, що найближчим часом в якомусь форматі, зараз ви знаєте, виходить в інформації інтернет-варіанта АТС, в якомусь іншому форматі, але обов'язково до харків'янина будуть доходити інформація від опозиційно налаштованих сил. Харків'янин матиме можливість знайомитися з новими газетами, новими... Ніхто не виходить на вулицю, ніхто не розмовляє. Ми в 90-му, 89-му, 94-му, 2004-му. Это были нормальные люди, которые с удовольствием отстаивали свои права. Две бородавки, чтобы не мешал. Вот. А сейчас полная апатия. Я не скажу, что это трусы. Просто люди не видят выхода из создавшейся ситуации. По поводу травли журналистов, я даже приблизительно знаю, кто это творит. Это мелкие пакости, которые действительно хотят делать людям, чтобы они дали или продолжали суды, чтобы у них было чувство страха. Думаете, мне ничего такого не делают, я просто не говорю об этом. Это всех людей, которые выступают против вот этого домика, точнее людей, которые находятся в этом домике. Потихонечку травят разными методами. У кого есть бизнес, травят из бизнеса. У кого бизнеса нет, запугивают семью, детей, внуков. Это методика бандитов. Методика, которая принята с юга. Ну, вот отсюда и сделайте выводы. Кто нами руководит, кто нами управляет. А что я могу сказать? Я по скайпу, в воскресенье еще он был в скайпе. Собирался ехать в Брюссель. Через Францию. Больше ничего я не могу сказать. Скорее всего, его задержала жандармерия. То ли он попал в какую-то аварию, или совершила его машина, то ли что-то еще. Это абсолютно не связано с делами, которые у нас проводятся в Харькове и в Украине. Тогда бы занимался Интерпор, а так занимается жандармерия. Но поймите, я не родственник, я не могу более подробной информации дать. Вы считаете, это не звенья одной семьи? Я считаю, что это не звенья одной семьи. Причем у меня есть сведения, что Интерпол до сих пор не получил от Украины документы официальные по поводу того, что они его задерживают. Вы думаете, какой будет эффект после вот этого? Ну, если покажут телевизионные каналы, нет, будет. Но у нас телевизионные каналы не могут показать. Смотрите, пришло только АТР. Где остальные? Где Симон, даже тот, который считает себя оппозиционным? Его нет. Поэтому фактически все оппозиционные каналы в Харькове закрыты. Люди не могут получить информацию. Получат только те, которые в интернете. Мамы тащимаемы. Подали заявку по проведению історії. Міністр Каченко був на раз, многоразово. Вчищает или разрешает? Вообще игнорирует. Ну посмотрим, может прокуратура. Питання. Як же так? У нас такі гайденки. Ми гаражка. В результаті оголошують про те, що... Канал Фора против директоров каналов устраивает мелкие пакости, пишут письма, обливают двери кровью. Наша доблестная прокуратура не реагирует на эти заявления. Земный общак, где нельзя сказать свое слово. Скажите, вы смотрели ранее бывший канал Фора?
когда он еще был свободный. А сейчас вы смотрите, да? Вот это Войцеховский. Да, это же Войцеховский. Его... Спасибо. Так а вы там чего вы не собираетесь? Еще не нарисовали рядом с этими Почему? Нет, это тендем, их разорят. Да, не учли, не учли. Я что удивляюсь, смеются даже в 95-м квартале, прокатываются по этим двум, и на кое делать, что не слышат. Ну, это уже даже не смешно и не печально. Это нет, уже... мне не смешно. Я, даже, я говорю, людям я уже, да. 95-й не хочу уже смотреть. Это ненормально. Да, ну, потому что это русификация. Нет, это делание с нас, баранов, дело, которые дело, подлежат дело, царю. Царское тело. Но мы-то свободные люди, мы-то христиане. Из нас сделали быдло. О, вот видите, это правда. Ну как вы не говорите, что советского государства такими быдлами не были. Сейчас еще хуже. Ну, потому что то послевоенное время было. Да, переможцы, победители. Нет, люди были, а сейчас на костях крови наших дедов вот эти сучки пиарятся. А что они с молодежи делают? Молодежи вообще-то не понимают ничего. И воруют предназначенные дедам нашей крови деньги с городского бюджета. Журналістів, є заяви міліції, є заяви інших осіб, але не тих офіційних осіб, які мають надати достовірну інформацію. Буде достовірна повна інформація, її можна буде коментувати. Я думаю, тут можуть бути елементи якоїсь гри. Дуже дякую. А ты только держишь эксклюзивную информацию, да? Нет, она главная. Только когда тебя бьют, ты тогда выставляешь, да? А это не только не никто не выставлял, Андрей. Вот я же хочу спросить, почему? Есть двойные стандарты? Нет, нет. У тебя точно есть. А нет, это у вас. Почему у нас? Потому что вот я тебе прихожу, говорю, смотри, Андрей, вот заявление, вот постановление возбуждения. Еще раз говорю, я закончу пикет, потому что мы все договоримся. Засняли все. Так а он зарабатывает так. Вот он его побьют, он пойдет в гепе, ему штаны гепа купят. Ребята, прошу вас, не бейте бородавку, он еще нам нужен. Давай делиться. Кто такой бородавка? А вот этот вот, мумия, который стоит рядом. А вот, мумия Гебешева. Вот ваше впечатление от всего происходящего. Меня зовут Андрей. Это гепен провокатор. Спасибо, спасибо. Никого не оскорбляю. А ваша фамилия это не оскорбление. Не оскорбление. Это оскорбление интеллекта харьковчан. Фамилия Бородавка. Не увидела вообще, блин, увидела. Полный. Какую-то свободу, блин. Куча милиции, вообще на видео. Куча бородавок, правильно? Я смотрю. Даже не знаю, что такое свобода. А что вы смотрите? Какой канал? ГЕПА-ТВ? Нет, не ГЕПА-ТВ. А какой? А у нас разве другие есть? Новый канал ЭСТ-ТВ. Это не в Харькове, это не в Харькове. А, ну Харьков... Девочка, наверное, Хафлер. Меня зовут Андрей, я же проводил. Он живет целый день в ГЕПА-ТВ. Вот смотрите. Он целый день живет в ГЕПА-ТВ. Ему ГЕПА-ТВ он штаны купил. Он за ваше личико получит деньги у ГЕПа. Учтите. Ты что? Ты что, ты А при том, вот он ля-ля-ля-ля. А мне говорили, что он наркоман. И что теперь? Вы же всему верите. Кто наркоман? А кто говорил? Да ну, я не буду разглашать. А пойдем к милиции сейчас спросим, кто говорил. Девочка уже говорит, что ГЕПА наркоман. Дай мне поговорить. Да нет, это а ты что говоришь? Это я слышала. Да она слышала, что говорит. Она слышала, что говорит. А почему вы слышали? Вы что, не знаете, что справка есть по этому поводу? Вот, официальная справка. Там написано. Не кричите на уши, пожалуйста. Можно говорить без рубора. Почему ты так легко возбуждаешься? Потому что вы так уши заложены. День добрый. Thank you.
смотрели фору, когда она была правдивая. А ТВК я больше всего смотрела. Там были и новости, и главное, кинофильмы. И фильмы хорошие, интересные. Честные новины были. Да. А теперь только наперсточные, гепатимичные программочки. Ну то Хорошковская, ну что там? Да? У него ж кроме лака для волос и расчески ничего в голове больше нету. Позор нашего харьковского и всего украинского СБУ. Позор СБУ. Я еще в прошлом году мелодия тоже ж хорошо. Он продал на Кипр или как-то. И на офшоры. Эту... Всю Украину на офшоры. Да. И вот целое лето... Все мужское свое достояние променял на лак для волос. На гель для волос. Большинство людей, особенно пожилого возраста, не в состоянии смотреть правдивую информацию. Люди, которые в интернете, да, нет проблем. Но это не то. У меня должно быть право выбора у любого гражданина. Смотреть или телевизор, или интернет, или что-то в этом роде. А у меня это право отобрать. Я не могу смотреть гепатимию. Там же сплошное отобрямство. Поэтому... Какое-то продолжение вашей акции будет? Посмотрим. Я, в общем-то, смотрю на удивление людей, как и парк Горького, когда вы были. Где они были?